Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы сегодня с аккаунта Бухалыча. База для рейдов TXG. Но ведь не это самое главное. Я, конечно, в последнее время очень много комментариев прочитал. Спасибо, что вы пишете, особенно в соцсети. Спасибо вам за ваши отзывы. Но и хотел бы также предупредить, что не забывайте поддерживать канал своими лайками, подписками и, естественно, еще больше писать комментариев. Мне, как один, пишут: Михалыч, ты, конечно, там туда-сюда, хорошо-нехорошо, есть и хорошие, но есть и гневные комментарии. Но самое главное, ребят, сейчас, вы знаете, что антирейдов уже нет. И, конечно же, вы знаете, что сейчас никто не рейдит вашу базу, сколько бы угроз нападения не было. Официальный ответ техподдержки было, что мы знаем, что существует такая проблема, и, конечно же, работаем над этим. Но самое главное, никогда не делайте одну фишку. Когда вам приходят рейдеры, то есть сейчас вызвать рейдеров практически не проблема. То есть нет, вообще реально не проблема. И если вы, ребят, вызываете рейдеров, а после самого рейда не делитесь с ними ничем, просто нажимаешь «нет, не поделиться», и они там говорят, что «бла-бла-бла, мы еще вернемся». Ребят, не верьте им, потому что сейчас существует нереальный баг. Рейдеры пропадают с радио. Они обижаются и уходят один раз и навсегда. Представьте себе, что рейдеры больше недоступны даже 150-й, 100-миллионный или 300-сексиллионный левел. Просто-напросто рейдеры уйдут, и все. Делиться нужно всегда. Я знаю, что такую штуку практикуют ребята, у которых стальные базы. Вернулся с рейда, а зачем делиться? Рейдеры? Нет, не слышал. И, конечно же, начинают просто-напросто увиливать от наград. Рейдеры придут на базу, поцелуют железные стены и уйдут. Ничего не заберут. Да, вы знаете, что если с рейдерами не поделиться, то ровно через час на вашу базу придет 3 рейдера, 2 с ВССами, 1 с топором и миллионами зарядов С4 взорвут все. Заберут еще больше. Поэтому дележка — это главное. Но если у вас стальная база, то это вам не страшно. Конечно же, многие ребята, у которых стальные базы, нажимают «нет, не поделиться с рейдерами» и просто-напросто теперь потеряли рейды. Их просто нет в радио. Волны, где рейдеры приходят, их нет в радио. Написали, естественно, в техподдержку, пока молчат. Видать, выходные. Потом посмотрим. Естественно, я понимаю, что это изменит вместе со всем. Мы, ребят, все также знаем, что у нас изменяется в будущем, в ближайшем будущем будут изменены рейды. Может быть, будут добавлены новые базы. Может быть, будут добавлены возможности рейдов, задания рейдеров. Да что угодно, ребят, если честно. Рейды оживили игру. Рейды, я думаю, что это идеально. И рейды — это то, ради чего, я думаю, многие качают по 50 уровень. Вот оно что, ребят. Рейды будут изменены, и, естественно, хотелось бы наслаждаться ими и сейчас. Поэтому никогда... Давайте не так, не никогда. Пока что делитесь рейдерами. Не делайте огромные ошибки, потому что и у вас они исчезнут. Жесть, это написало целых 4 человека. Вчера мне написали последнее такое сообщение. Я думаю, так, стоп. Пора снять об этом видос. Потому что, ну уж слишком много, ребят, тех, кто пострадали. Я думаю, что это нужно как минимум лайкнуть. Ну что, ребят, годный контент. И, конечно же, мы продолжаем годный рейд. Вы видели броню спецвойск. Вы видели все, что у нас здесь есть. Поэтому я хожу на рейды. Да, конечно, гуманитарные грузы. Переработка пушек. Какие вообще движки. Это те задания, которые лучше... Ну как, не то, что сразу выполнять. А задания, которые лучше пропускать с помощью монет. Но если монет нет, то уходит очень много времени на выполнение этих заданий. Поэтому, да, каждых 2, можно сказать, 3 дня
А бывает так везет, что по 3 райда в день. Это круто. Бывают такие задания попадаются, что не нужно никуда идти. Просто пришел, как говорится, залутал. Вот оно. Круто. Много аптечек. Еще больше брони. Ну, ай-яй-яй-яй, пятачок. Вроде на ловушечку не наступил. На этом рейде я буду сливаться, потому что здесь реально много чего интересного. Как минимум я сольюсь, как минимум я также получу броню и все, что нужно, тоже получу. Рейдеры — это топовая тема подняться, можно так сказать, из грязи в князи. Ребят, я в свое время на своем первом рейде получил сразу в районе... Ладно, не буду говорить точно... Очень много аптечек, и представьте себе, нубу, в которого было штук 5 огнестрелов, штук 5 какого-то ближнего боя, и сразу дали 200 аптечек. Слепой охотник пал смертью храбрых. А бункер Альфа начал очень быстро проходиться, и это было просто круто. Ну что, я сольюсь, завезу то, что есть в чопере, уже к себе на базу, и вернусь сюда с пустым чопером, чтобы на 8 клеток больше вывести. Спецвойск, броня. Конечно же, огнестрел. И еще аптечки. Что еще нужно нашему рейдеру? Я думаю, что это приблизительно идеальный рейд. Ну что, ребят, TXJ. База называется. И я думаю, что без особых проблем вы уже знаете. Кстати, подкормил собаку, пускай прогуляется. Верный друг овчарка. Здесь довольно-таки неплохо смотрится. Да, на Михалыча у меня 2 хаски, почему-то на Михалыча выпадали чаще хаски. Потому что я в свое время, если вы истинный ценитель того, чего там снимаю, то, конечно, вы знаете, что я прям очень любил в свое время зимние локации. Прям балдел от них. Ну, я думаю, что каждый в свое время на зимку ходил не раз. Ну а мы, ребята, продолжаем наш рейд без особых проблем. Забираем все, что здесь есть. Обязательно также... Кстати, где шапка? Шапка была такая? Да ладно. Ну, ничего, ребят. Аптечек много не бывает. Я думаю, что сейчас мы заберем еще больше аптечек и уже отправимся за броней. Броня, тут даже если как-то и хотелось бы раздолбить эту всю базу полностью, но я уже вам скажу, что достаточно... много я и так забрал. То есть вы как минимум в этом видосе узнали, что делать или что не делать лучше. Потому что, знаете, когда тебе никто не сказал, а ты это делаешь, потом, конечно же, очень печально. Когда такой видосик есть, может быть, хоть кому-то помогу. Ну, хотя очень мало ребят, которые не делятся с рейдерами, по моему мнению. Хотя уже 4 написала. Странновато будет. Ну ладно, шоколадно. Сливаем турели. Наслаждаемся игрой. Это, в принципе, уже и дробовиком можно. По-моему, по шуму у нас там очень все сложно. Я думал еще черные и красные ящики сдолбить. Почему? Потому что именно в красных или черных всегда что-то вкусное лежало. Ну, как минимум, какой-то огнестрел или оружие. Здесь, конечно, этому правилу никто не следует. И я понимаю, что это было последнее, что можно было забрать. Что у нас с броней? Броня, конечно, я думаю, что там получше будет, в соседней комнате. Поехали по топовую броньку, поехали за топовыми наградами. Итак, мы на рейде. Конечно же, у нас все чики-бомбони. Я думаю, что сейчас просто нормально, нереально. Забираем свой лут и валим. Глоки набиты, но пускай будут. Какие-никакие, я вам скажу, что они пригодятся. Итак, забираем сначала себе целый сет. Ну, на себя как минимум одели целый сетик. Дальше, естественно, лучше. Нам можно 2 целых сета впилить вот сюда. Я думаю, что каждый бы из вас как минимум кайфанул от такого рейда. Но надбитый вроде, эта курточка целая. Пару раз кто-то одел. Где-то, я вам скажу, что где-то ее уже поцарапали. Вместо топоров, да почему бы и нет, ребят. Вместо топоров, ну один топор даже можно оставить. Возьмем еще один сеток. Прикольно, да я думаю, что это идеально. Немножечко, по-моему, его подбили, этот сет.
Совсем капелюточку где-то надели. Все. То есть вот так вот будет выглядеть то, что мы заберем. И если честно, сейчас мне еще хочется разбить какой-то ящичек. Какой из ящиков здесь получится топовым? Интересно, но если нет, то ну, пускай и так. Если честно, и так на рейде неплохо. Подзабавились. Черный. Я все-таки не упускаю возможности в черном ящике найти ничего. Не надо мне ничего. Изолента громила в голову бьет. Не, я, наверное, ухожу, несмотря ни на что. Громила не друг. Я не люблю, когда мне громила долбит в голову, и это реально большая проблема. Сейчас хотел сказать всем удачи и всем пока, ребят. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Очень важно увидеть ваше мнение в комментах. Поэтому давайте все-таки не поленимся и под этим видео, да уж, напишем комментарий. Также не забывайте подписываться. Всем удачи, пока. Увидимся в следующих видео.